И уже под вечер где-то от соседей я услышал, что идут стада кефали. Я тебе так скажу, кефали там до хренища. Видел чудеса, но такого... Я не мешкая собрался. Одиночные кефали попадались мне раньше, но таких проходов рыбы в том году мне не встречались. И действительно, лобанчик бороздил просторы моря. И сингиль меж этих полчищ робко прятался у дна. Мелок он, но осторожен. Просто так не подберешься. Тут особая сноровка. Суперточность тут нужна. Раз промазал. Два промазал. И на третий раз не точно. Не может быть. Ладно, хоть горбыль случайно на купальчик попадет. Похвально. Кефаль все издевалась. На залежке не встречалась, а когда всплываю кверху, сразу водит хоровод. Лишь с седьмой попытки кряду удалось попасть в чулак. Но зато каких эмоций пережил я в этот раз. Красота идущей рыбы, скоростной и осторожной. Жаль, что так и не попался мне навстречу пеленгас.